друзья, сегодня на обзоре Subaru Impreza RS 2024. Это самая спортивная модификация доступного автомобиля Subaru Impreza. Поехали! Друзья, ну что, долго я искал Subaru Impreza RS 2024 модельный год. Самая спортивная Subaru. Итак, для 2024 года у нас RS-ка это топовая версия для Impreza, так как у нас нет ни STI-ки, и VRX уже вышла в свою отдельную модель. Кстати, сзади стоит WRX версия TR или Tuner Ready, то есть готовая для тюнинга. О ней я сниму сейчас отдельное небольшое видео, но сосредоточимся на Impreza RS. Некоторые из вас после моего обзора тест-драйва на Subaru Crosstrek Wilderness, вот эта зеленая машина, посмотрите обязательно обзор и тест-драйв, просили сделать обзор на Impreza обычную. То есть это самый доступный хэтч, это самая доступная модель у Subaru, в линейке Subaru. Я, конечно, говорю за исключением японского рынка, там, где у Subaru есть кей-кары маленькие, да. То здесь, на североамериканском рынке, вот эта красненькая RS-ка или в любом другом цвете, это самая спортивная модификация. И для того, чтобы долго не тянуть кота за одно место, давайте сразу пройдемся по внешке, что выделяет эту машину от других комплектаций. И я вам покажу салон, комплектацию, и по цене пройдемся, и по техническим характеристикам, соответственно. Друзья, сразу, наверное, давайте по внешке. Во-первых, в этом цвете, мне кажется, она смотрится лучше всего. Это специальный цвет именно для Subaru RS. У нас, естественно, оптика поворотная, следующая за рулем, как у других моделей, типа Legacy, например. Есть также туманки, вот эти черные вставки из некрашенного пластика. Но что интересно, вот этот вот пластик, он имеет очень похожие фактуру, как у Subaru WRX. Это тоже интересно. Черная фальшрадиаторная решетка, лого Subaru, само собой, диодная оптика, но поворотники у нас здесь. Кстати, поворотник тоже диодный. Спереди у нас оптика диодная, дневные ходовые огни тоже диодные. Черные корпуса зеркал, люк присутствует и, естественно, бэдж RS. Это то, что выделяет этот автомобиль от других машин в потоке. Вот, например, вот такой же обычной Impreza. Колеса здесь 18-е своего дизайна и черные. 225 на 40, 18. Естественно, стойки Макферсона. Постоянный полный привод. Дверные ручки в цвет кузова. Черный плавничок. Вот сзади уже у нас задняя оптика, конечно, не полностью светодиодная. Присутствуют лампочки накаливания. Тоже надпись Impreza, RS, бэджики, полный привод. Вот такое подобие небольшого диффузора присутствует. Камера заднего вида, омыватель заднего стекла. Ну вот, внешне, друзья, обычная Subaru Impreza, но выглядит сразу, да, вот в таком ярком цвете и на красивых 18-х черных колесах вид совершенно другого автомобиля. Класс, мне нравится. По внешке, я думаю, достаточно, друзья, чтобы сильно долго не тянуть. Давайте по техническим характеристикам поговорим. По техническим характеристикам здесь топовый мотор для Impreza. Это 2,5-литровый атмосферный оппозитник, такой же, который стоял в Crosstrek, который я показывал в версии Wilderness, потому что у Crosstrek тоже базовым является 2-литровый, но здесь базовым является на всех моделях Base и Sport 2 литра, а вот для RS припасен 2,5-литровый. Тоже в паре с линеатроником субаровским, соответственно, это вариатор на 8 виртуальных передач. По сути, движок и коробка передач все то же самое, как и у Crosstrek. Машина, кстати, что интересно, делает ускорение от 0 до 60 миль в час за 7,4 секунды. Вот, то есть сотка где-то 7,5-7,6. Это, кстати, быстрее, чем Mazda 3 на полном приводе с атмосферным Skyactiv 2.5 на 190 лошадиных сил. Здесь, замечу, 182, где-то 184 лошадиных силы, примерно 240-250 крутящего момента около этого, друзья. Те цифры не столь важны, потому что, имеем в виду, эта машина сочетается именно с вариатором, поэтому каких-либо там супергонок на ней делать не стоит. Но интересно, что журналисты из издания Motor Trend, если я не ошибаюсь, они подняли архив Subaru RS, потому что Beige RS, он не нов для Subaru Impreza. По-моему, в 2006 или в 2004, еще когда было вот то старое поколение Subaru Impreza, то ли ее лисой называли, я точно не помню, друзья, напишите в комментариях. Там тоже была RS, но та RS была самой базовой версией. Она была достаточно легкая, простенькая. Здесь как бы другой подход. Здесь RS-ку сделали топовой версией. Она самая дорогая, при этом у нее есть некоторые опции, которые, ну, никак совершенно на спорт не влияют, наоборот, добавляют вес. Но что интересно, машина 20-летней давности проехала ускорение, да, 0,60 за 8 секунд. Это 7,4, то есть разница 0,6 секунды. Эта машина едет быстрее. То есть, в принципе, это не является каким-то супер слабым автомобилем. То есть для городского автомобильчика на вариаторе, как бы для такого по цене относительно доступного, я считаю, что это нормальные показатели ускорения. Вот. Стойка Макферсона спереди. А дальше у нас постоянный полный привод, симметричные приводные валы и слева и справа одной длины.
И в принципе, друзья, еще из интересного, здесь чуть-чуть по-другому настроенная подвеска, то есть у нас ход отбоя сжатия амортизаторов, он перенастроен, и у нас чуть более жесткие пружины, плюс электронное рулевое управление у нас перенастроено для модели RS. То есть для того, чтобы машина чувствовалась чуть более собранной, чуть более интересной в повадках. Естественно, она стоит лучше на дороге, чем тот же приподнятый кросс-трек, однозначно. Кросс-трек, кстати, по своим характеристикам очень мягкий. Почитав отзывы людей, которые проехались на RS-ке, она достаточно жестковатая. Машина сейчас тоже, кстати, продается. Их очень мало, на самом деле, в наличии. Уже сидит покупатель, покупает. Я вот, пока они еще не завершили сделку, показываю вам RS-ку. Ну что, думаю, по технике, внешке все. Пошли в салон, я вам покажу, что там внутри. Машина, конечно, без тонировки. Выглядит не очень, особенно под палящим солнцем Флориды. Так, что у нас? Я сразу вижу бейджик Harman Kardon. Сейчас мы к этому вернемся. Сяду, потому что уже конец марта, но все равно жарковато, друзья. Сейчас я выключу аварийку. Итак, сижу я, конечно, очень высоко. Да, ниже нельзя опустить. Вот с моим ростом 1,93 м я вообще никуда не упираюсь. Место здесь с головой. Естественно, Impreza это Impreza. То есть, несмотря ни на какую версию этой модели, это по-прежнему очень базовый и очень доступный автомобиль. Соответственно, даже несмотря на то, что есть шильдик Harman Kardon, автоматические стеклоподъемники передние, очень много пластика, то есть все достаточно простенько, дешево, все сделано непосредственно под эту ценовую категорию. Что-то испытывать, какие-то там чувства премиума или еще что-то в этой комплектации не приходится, друзья, абсолютно. Но при этом стоит отдать инженерам должное, инженерам Subaru и маркетологам, и дизайнерам, то, что машина получилась очень адекватная. Есть лепесточки, есть автоматический ближний-дальний свет, регулировка подсветки. Обычные классические приборы, да, здесь нет цифровой приборки. Кто-то скажет, пора бы уже, Subaru устаревший. Я читаю ваши комментарии, друзья, вы пишете, что Subaru отсталые, страшные. Но мне кажется, вот в этом красном цвете, в отличие от кросс-трека с вот этими вот накладками на арки, да, страшными, возможно, для кого-то, здесь вся машина покрашена в один цвет, я думаю, это нормально. Дальше, что у нас здесь? Шифтер нашего линеатроника вариатора Subaru на 8 виртуальных передач. Беспроводная подзарядка присутствует. Дальше у нас здесь еще есть AUX, USB Type-C, USB Type-A. Подогрев сидений присутствует, розетка типа прикуриватель есть. Автохолда нет, кстати, но электронный ручник есть. Черный потолок, люк, система аудио Harman Kardon, я уже сказал. И Starlink, экран у нас 11,8 дюйма, если не ошибаюсь. Кто-то писал в комментариях, при чем тут Starlink. Друзья, речь не о Starlink'ах, спутниковой связи Илона Маска. Речь о том, что это мультимедиа у Subaru называется Starlink. Поэтому отсюда и название, соответственно. Я закрою, для того, чтобы сильно жарко не было. Я уже вам показывал, в принципе, система работает, да, достаточно быстро, адекватно, простенько и понятно. Несмотря на то, что климат во многом встроен в саму систему, да, то есть, но он всегда отображается снизу, то есть в этом плане более-менее управление силой потока воздуха, направлением и все остальное можно здесь. Также здесь отключение старт-стопа присутствует. Двухзонный климат-контроль, подогрев, я вам сказал, подогрев руля отсутствует, если я не ошибаюсь. Я не вижу здесь подогрева руля, но система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, Subaru Sharp режим, то есть это, я так понимаю, более четкие и быстрые переключения вариатора, виртуальных этих передач и тому подобное. Настроечки езды. Intelligent это типа как экономичный или нормальный. И Sharp это спортивный режим, Subaru так называют. Вот. Можно руль подстроить под себя как угодно. Я бы его чуть выше поднял, чтобы он не перекрывал панель приборов. Вот, сидеть удобно, сидушки здесь вот такие вот, все полностью тканевые, но вот эти красные прострочки, красная вставка плюс белая прострочка, такие вот увеличенные у вас валики боковой поддержки присутствуют, также красная прострочка на вот этих мягких частях, все остальное у вас или ткань, или обычный пластик, друзья. То есть посадочка вообще адекватная, черный потолок, неплохо, это, конечно, не Алькантара, но все же, чего вы ожидаете в этом классе. Пошлите, я вам покажу, что у вас сзади. Сзади у вас дефлекторов нету, но есть USB Type-A, Type-C. Места, в принципе, здесь будет, но немного. Учитываем, что эта машина фактически, ну, я не знаю, это C-класс, наверное. Все-таки не B, наверное, это C-класс. И багажник. Багажник, естественно, без электропривода, ручной привод. Шторка, вот такая вставка, это дополнительное оборудование. Оригинальная надпись Impreza. Можно поднять подпол, тут есть секретки. Там набор инструмента, запаски здесь нет, здесь набор есть для того, чтобы починить колесо и доехать до ближайшего шиномонтажа. Есть крючки, раз, два, свет. Единственное, что я не вижу здесь зарядки типа прикуривателя. Сидушки, естественно, можно все сложить. Давайте закроем.
И по цене, друзья, сколько стоит этот автомобиль? Subaru Impreza 2024, версия RS или RS, как кому угодно, 18 колеса. Фары, которые следуют за рулевым колесом, я вам показывал это в Legacy. А вот, 11.6 Starlink, двухзонный климат, руль обшит у нас кожей, кстати, интересно. Из опционального оборудования здесь пакет номер 33, он добавляет люк, Harman Kardon и 10 направлениях регулируется водительское сиденье. Вот, еще пакет за $1000, это защита заднего бампера, коврики, вставка вот эта вот в багажник, который я вам показал. И еще, кстати, зеркало с HomeLink, то есть можно привязать гаражные ворота своего дома, подъезжаешь, нажимаешь кнопочку, они открываются. И автоматически затемняющееся зеркало заднего вида, но левое, водительское. Все это стоит вместе 32 136. То есть по цене это очень близко с Crosstrek Wilderness, да, но та машина по технике один в один. Единственное, она, конечно, более оффроуда ориентированная, эта машина чисто городской житель. То есть, ну, по технике, в принципе, нормально. За эти деньги 32 000 долларов. Кто-то скажет дорого, я скажу нормально. А кто в этом классе вообще еще предоставляет, друзья, на полном приводе автомобиль? Постоянный полный привод, проверенный, надежный. И люди доверяют бренду Subaru, самое главное. Кто бы что ни писал, друзья, американцы очень любят Subaru за то, что она неприхотливая, она простая, она полноприводная, особенно в северных регионах. Да, во Флориде это, возможно, не актуально. Но здесь, в других штатах это актуально. Я считаю, это отличный вариант, без каких-либо выпендрежей. То есть люди, которые покупают эти машины, они не планируют купить за 30 тысяч кроссовер, чтобы купить максимум машины за минимум денег, да, или за те же деньги. Они хотят купить нормальную, проверенную, надежную машину без выпендрежа, которую можно легко обслуживать, которую можно легко продать, на которой запчасти стоят копейки и все. То есть вот чем руководятся эти люди, когда выбирают свой автомобиль. В принципе, машина интересная, вопросов у меня к ней нет. Машина построена полностью под свою ценовую категорию. Вот. И динамика даже вот более чем достаточно с головой. Думаю, 76-77 секунд для города это вообще вот так вот. И я тогда тестил этот мотор на Wilderness. Кто хочет посмотреть, как едет этот мотор. Мотор, в отличие от 2-литрового, реально нормальный. 2 литра слабый, откровенный. 2,5 вообще очень адекватный. Так что, друзья, обязательно подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам Subaru Impreza RS 2024 понравилось. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь. Увидимся в новом видео. Всем пока!